Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Раннее-раннее утро, еще бы казалось бы спи да спи, но не дает мне спать один очень волшебный процесс. Процесс превращения, рождения, вернее, новой сумочки. И сегодня в этом видео я решила поделиться с вами этим процессом. Пока еще вот на этом этапе у меня находится моя сумочка, я решила рассказать, что я сделала и как. Потому что потом, когда процесс продвинется немножко дальше, уже будет сложно все это дело объяснять. Вы видите, на столе стоит уже одно мое детище, большая красивая сумка. Я ее назвала мандала. Очень похожа она на вот такой по этому красивому узору. Эту сумку я делала для платья «Серебряный дождь». Кто давно со мной на канале, видели уже и эту сумочку, и платье в этом же стиле, из этих ниточек. Вот опять рождается новая сумочка, и думаю, что она будет не хуже моей первой сумки. Итак, как вы помните, я вам в одном из видео показывала, что я купила в магазине Fix Price вот эту бежевую сумочку, которую я потом распорола, распустила, чтобы создать из этой сумки новую сумочку. Итак, с чего же я начала? Что для этого еще нам понадобится? Ну, во-первых, ниточки. Во-вторых, понадобится вот такой пластик. Этот пластик у меня остался от вот этой сумочки. Совсем немножко. И мне все это, конечно же, пригодилось. Я не знаю, где можно купить этот пластик. Я бы с удовольствием его, конечно же, приобрела. Но пока как бы я не задавалась особо такой целью. Наверное, можно где-то найти. Если не найдется пластик, я думаю, что его можно заменить той же самой, ну, кожей или кожзамом, как вот этот вот, допустим, из этой сумочки. Тоже подойдет. Но в идеале, конечно же, пластик лучше держит форму. Этот пластик у меня остался почему-то от покупки бытовой техники. Мы покупали духовку фирмы Bosch. И там был вот такой лист вот этого пластика. Я не знаю, честно говоря, зачем он нужен был. Духовка у нас работает и без этого пластика. Ну, а этот пластик я не выбросила, а сохранила. И вот получилась уже одна вот такая сумочка моя. Кстати, эту сумку я очень-очень люблю. Очень удобная сумочка. Видите, какая она объемная. Это я так просто для примера показываю, что мы все волшебницы, и у нас получаются очень красивые волшебные вещи. Эта сумочка моя, которая сейчас в процессе, тоже будет не менее волшебной и красивой. А теперь давайте расскажу. Может быть, кто-то захочет связать это чудо. Бегите в Fix Price, пока еще не поздно. Там наверняка есть вот эти сумки. Стоит 199 рублей. И можно будет создать такую же или похожую сумочку, вот как у меня. Эту сумку я вяжу к кардигану «Восток». Сразу хочу сказать, девочки, вот посмотрите, сейчас я возьму. Здесь пряжа «Троицкая Алиса» в два сложения. А кардиган «Восток», как вы помните, я вязала, добавляя, то есть там была одна «Троицкая Алиса» и вторая ниточка «Ангора Делюкс». Посмотрите, какое отличие. Можете себе представить? Вот просто посмотрите на вот эту ниточку, да, из «Востока». А здесь то же самое, та же «Троицкая Алиса», только «Ангора Делюкс» добавлена.
И вот как отличается цвет. Во-первых, цвет отличается. Во-вторых, отличается качество вот полотна, да. То есть я очень рада, что вот именно вот в таком составе связан мой кардиган «Восток». Это что-то неимоверное. То есть если бы я связала его просто вот из Алисы, он бы, на мой взгляд, смотрелся бы совершенно по-другому. Ну, сумочка пойдет. Это я к тому, что не бойтесь смешивать пряжу, потому что это иногда получается очень качественная пряжа после смесовки. Итак, провязала я одну половинку сумочки. Здесь у меня 5 рапортов вот этого узора основного из Востока. И плюс косичка по бокам. Но посмотрите, что я хочу сделать. У меня шов будет не сбоку. То есть вот так будет сумка собираться. Это будет крепиться вот сюда. Естественно, будет вторая половинка связана. Вот она у меня лежит. Я ее уже начала вязать. И вот это будет крепиться вот с этой стороны. То есть вот половинка сумки. Но шов будет вот здесь. Опять же, вот этот вот очень интересная кромочная с накидом. Она поможет мне сшить, как я и в кардигане «Восток» делала швы. То есть швы будут наружу. Здесь прям вот снаружи буду сшивать, что очень хорошо в сумке. То есть не надо выворачивать. В общем, будет все очень-очень красиво. Давайте немножко расскажу о технологии вот этой вот, значит, как я здесь делала. Когда я дошла, вот это вот здесь без косички, это я сделала более гладкую поверхность для того, чтобы потом удобнее было пришить вот этот вот клапан, да, который у сумочки будет сверху. Значит, провязав вот практически до конца, здесь я собрала, то есть провязала по 2 петли вместе. Видите, она вот сузилась. То есть мне нужно было вот сумку сузить кверху. И потом провязала полую резинку. Как полая резинка провязывается, думаю, вы знаете. То есть лицевая, одна петля снимается, нить перед работой. И чередование дальше идет. Опять лицевая, снимается петля, нить перед работой. Переворачиваем работу и повторяем то же самое. И вот получается вот такая полая резинка, очень такая, ну, плотная, я бы сказала, и очень красивенькая. И к тому же туда еще можно вставить, если понадобится, либо шнурок, либо ту же самую резиночку, чтобы вот это место немножко собрать в сумке, потому что мне нужно здесь его собрать. То же самое, ну как то же самое, я имею в виду, что я собрала низ вот здесь вот крючком, вот он, вы видите этот ряд крючком, но собрала вот эти вот все рапорты пышного вот этого узора и тоже сузив тем самым низ сумки. То есть вот посмотрите, вот какое вот здесь расстояние, да, если вот так вот собрать, видите, как широко. А я вот этот вот низ просто потом вот так вот крючочком собирала, вот такие складочки делала и проходила столбиками без накида. И у меня получился вот такой вот красивый низ сумочки, и сумочка сузилась к низу. И вот в это суженное место я буду пришивать донышко. Вот оно у меня уже готово. Сейчас расскажу, как я его делала. Это вот у меня лицо донышко, это изнанка. То есть из пластика, вот этого пластика, я вырезала нужную мне форму, нужного размера. Соответственно, я, конечно же, все это дело примерила, как оно будет. И потом пробила дырочки вот в этом овале или эллипсе. Да? И в эти дырочки сделала обвязку крючком. То есть, ну как объяснить? Вот если вот здесь вот пробить по кругу дырочки, здесь, кстати, они тоже будут пробиваться.
И потом в эти дырочки обвязать этот пластик крючком. Все, думаю, это понятно. Когда обвязала крючком, набрала 25 петель у меня вот здесь вот. И провязала по кругу просто столбиками без накида. Естественно, расширяясь вот при поворотах. Вот здесь вот даже вот видно по вязке. Вот они идут, расширение на повороте. То есть в один столбик провязывала 2 столбика. Все это делала по наитию, так как чувствовала. Никакой здесь я не использовала там точности. То есть как дохожу до поворота, столбик с 2 накидами в один столбик провязала. Здесь опять столбик с 2 накидами. Опять иду сюда, провязала опять то же самое. То есть на поворотах я делала расширение. И таким образом по кругу вот так вот вязала вот это вот крючком. Что я сделала потом? С лицевой стороны, вот вы видите, я сейчас близко-близко показываю. Сейчас покажу прям вот. Вот, видите? Вот он, тамбурный шов. То есть потом на готовом полотне, на этом овале, я еще прошлась тамбурным швом. Кто не знает, что такое тамбурный шов, есть на канале пиджак, я уже как-то говорила. Там все эти швы я показываю. Вот он. Вот вы видите? Вот сейчас близко-близко. Вот он. То есть по последнему ряду, вот так вот по кругу, я прошлась тамбурным швом. Зачем я это сделала? Сейчас объясню, зачем. Это для того, чтобы потом мне удобно было сшивать сумку с лицевой стороны. Никакой изнанки. Я всю сумку дальше буду собирать по лицу. То есть вот таким вот образом я буду потом хвататься за вот эту вот часть и за вот этот тамбурный шов. И у меня будет вот так вот пришиваться верх сумочки. То есть дно будет пришиваться к верху сумочки. Вот такая заготовка у меня уже готова. Причем в этой сумке, девочки, все пригодится, все пойдет в ход. Вот эта вот часть, это было дно сумки, дно и боковушки. То есть вот так была сумочка, да. Я это разрежу, выпарю все-таки вот отсюда вот эту красивую молнию. Она как нельзя лучше подойдет вот к этой золотой фурнитуре. Вот она. И пришью молнию вот сюда, разрезав вот эту часть. И это будет у меня застежка в сумочке. То есть кроме клапана, который будет вот так сверху, там еще будет, как и у всех сумок, функциональная вот эта вот застежка на молнию. То есть вот это мне очень-очень пригодится. Когда я распорола сумочку, естественно, это дермантин, обычный кожзам, он немножко вот так вот принимал форму сумки, естественно. И я вот это с этой стороны разглаживала утюгом с паром. Но утюг у меня был на единичке. То есть такой слабый огонь, я бы сказала, в утюге. Слабый нагрев. Вот. И я выпрямила таким образом вот эту вот часть. Еще раз повторюсь, это пойдет у меня для замочка в сумке, вот помимо вот этого клапана. Теперь вот эти боковушки, я не знаю, буду я их применять или нет. Я вчера вот примерила дно, и сумка уже держит форму. Но, возможно, я еще и сделаю дырочки вот в этом пластике и обвяжу крючком. И потом вставлю это вот внутрь сумки, чтобы придать ну, такую жесткость. То есть дно будет жесткое, и боковушки будут жесткими, да, чтобы вот здесь вот придать сумочке форму. То есть выглядеть это будет, если изнутри, то вот так вот. Вот одна боковушка, и потом будет другая боковушка. Не смотрите, конечно же, я здесь отрежу. Это, ну, размер, так скажем, слишком большой для этой сумочки. Естественно, он будет
потом уже, когда будет более-менее подходить к этому моменту, вот это вот я лишнее отрежу и потом, естественно, обвяжу. Для чего нужна обвязка? Чтобы вот эту боковушку потом изнутри каким-то образом прикрепить к сумочке. То есть это будет вот здесь вот где-то, да? И вот это вот все потом, когда будет обвязка, я легко иголочкой прикреплю к сумочке. Вот что у меня уже получается. Теперь вот смотрите еще, что будет внутри. Сейчас покажу. Это была вторая половинка вот этой сумки. То есть это было вот так вот. Вот. Была сумочка вот такая. А теперь вот эта часть боковушки маленькой сумки послужит мне карманчиком. Вот то, о чем я вам говорила. Вот эти дырочки, и вот она, эта обвязка крючком. Я шилом расширила вот эти дырки, где была машинная строчка, чтобы мне легко было попадать туда крючком и протягивать ниточку. И потом просто обвязала крючком эту часть и пошла вязать вот эту вот боковую часть кармана. Для того, чтобы карман был объемным, чтобы туда можно было легко положить, ну, тот же телефон, я не знаю, тот же кошелек, еще какие-то, может быть, ключи, еще что-то. И это будет пришиваться теперь вовнутрь сумочки. И вот это будет тоже придавать жесткость сумке. То есть она будет такая сумочка, хорошо держащая форму. Я, честно говоря, не люблю сумки, которые не держат форму. Ну, не знаю, не нравятся они мне. Вот приблизительно как вот эта сумочка. Она очень хорошо держит форму. И я ее просто люблю. Летом я вот и платье проносила это, и с сумкой проходила. И она очень-очень удобная. Но это очень такая большая сумка, объемная. Я люблю большие сумки. Это будет, конечно, поменьше, но это будет такая не совсем маленькая и небольшая такая средняя сумочка. Вот приблизительно такое начало процесса. Кому понравилось, сходите в магазин Fix Price, купите две вещи. Ну, вот эту можете не покупать, если найдете где-то золотой замочек. Я говорю, я вот это, стоит тоже 99 рублей. Я эту косметичку или кошелек купила для того, чтобы выпороть отсюда замочек. Но если найдете золотой замок, пожалуйста, можно тогда вот это не покупать. Ну, цена вопроса, вот получилась сумка 200 рублей, грубо говоря, и это 100 рублей. 300 рублей, и шедевр у вас будет готов. И очень хорошо гармонирует, конечно же, этот цвет, если сумка ваша будет белой или темно-коричневой. Ну, я не знаю, как вы там скомбинируете цвета. Конечно же, бежевый цвет нейтральный, подойдет под многие цвета. И с голубым, кстати, очень хорошо будет гармонировать. В общем, там для полета фантазии раздолье, непаханное поле всяких идей. Так что вот, сейчас пойду довязывать я вот эту вот половинку. Постираю потом ее. Она у меня высохнет. Вот эта половинка, кстати, она уже стиранная. Видите, как петельки все уложились. Все очень замечательно. И уже останется потом просто собрать сумочку, пристрочить, разрезать вот эту часть, вшить туда на машинке в молнию и пришить потом вот здесь вот к сумочке этот замочек. То есть я думаю, что я понятно объяснила. Вот так вот будет выглядеть сумка, ну, фасад, да, когда будет готова вторая половина. То есть вот здесь вот будет незаметный шов, дно, естественно, которое я показала вам, как сделать, да. И вот здесь вот будет вот этот
клапан. Вот такая картинка. Ну, естественно, она будет побольше размером, потому что это я просто для наглядности вам показала, что и как будет. Вот таким вот образом из магазина Fix Price за очень небольшие деньги родится у нас достаточно красивая и очень эффектная сумочка. Обещаю, что такой мало у кого будет. Ну, наверное, у меня и у вас. Так что вот Пусечка к нам пришла. Пуся, ты пришла нас поприветствовать. Сегодня на улице солнышко. В общем, уже похоже на весну. Вот там вот оно встает. Не знаю даже, сколько сейчас времени. Ну вот, уже похоже на весну. Голубое небо. Камера вот, конечно, вот сфокусировала. Так уже хочется тепла. Так что вот, мои хорошие, вот этим я сейчас занимаюсь. Буквально мне останется тут совсем чуть-чуть. И я потом покажу вам, себя продемонстрирую с этой сумочкой. И, конечно же, еще раз примерю вот этот кардиган «Восток». Как он будет смотреться с этой очень красивой сумочкой. Да, еще немножко. Там вот висит курточка. Переделка. Вы помните. Но процесс пока стоит. Тут вот я занялась другими процессами. И, скорее всего, тот рукав, который я связала, я буду его распускать. Потому что возникла другая идея. Вот она, эта курточка. Сейчас, кто не видел. Возникла другая идея. И там будет совершенно другой рукав. Потому что я к этой курточке планирую связать еще юбку, но юбка будет комбинирована с черным драпом. Вот как раз тот драп, который остался у меня от пальто. Юбка будет клиньями. Я хочу вот эту вот косичку там применить. Будут вот такие вязаные косички и клинья черные из драпа. И вот, чтобы гармонировало все это, я хочу связать совершенно другой рукав к этой курточке. Поэтому будет целый комплект у меня. То есть юбка и курточка будут как в одном ансамбле. Все, мои хорошие, все, что я хотела вам на сегодня рассказала. Еще раз повторюсь, сумочка будет хорошая, красивая. Кто заинтересовался, бегом Fix Price и будем творить чудеса. На этом я буду заканчивать свое видео. Прощаюсь с вами, но ненадолго. Всех люблю и до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.